Андрея Левченко арестовали сегодня. Об этом сообщил Следственный комитет России. Депутат и лидер фракции КПРФ в парламенте стал вторым подозреваемым в уголовном деле по мошенничеству с лифтами. Первым в наручниках оказался директор ангарской фирмы «Звезда». Олега Хамулика арестовали зимой 2019-го. Компания, которую он возглавил, не имела никакого опыта в замене лифтового оборудования. Но с помощью сильных покровителей смогла получить крупный контракт от фонда капитального ремонта. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор был предоставлен в фонд капитального ремонта для получения аванса согласно заключенным договорам. После этого указанными лицами была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже почти до 320 миллионов рублей. В итоге стоимость оборудования и услуг по замене каждой лифтовой кабины была завышена в два раза. Только в Ангарске по таким космическим ценам компания «Звезда» заменила 105 подъемников, а по всей области их было несколько сотен. На явное завышение стоимости оборудования еще в 2018 году, когда ремонт только начался, указывал депутат Ангарской думы Сергей Шарков. Стоимость лифта стоит 2 миллиона 164 тысячи рублей. Второй раз говорю. Наш коллега, депутат законодательного собрания, звонил в иркутскую компанию «Лифт-сервис», которая занимается этими же самыми работами. Сказали, мы такой лифт готовы установить за 1 600 000 СНДС. Нужно отметить, что в результате мошеннических действий компании «Звезда» ангарчане не только переплатили за лифты, но и ждали их слишком долго. В домах подъемники были отключены по полгода и более. У компании с нулевым опытом работы просто не оказалось нужного количества людей, чтобы выполнить работу в срок. А инвалиды, пенсионеры и мамы с колясками вынуждены были подниматься на верхние этажи пешком. В результате противоправных действий Хамулюка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей. Сегодня Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства и работы, а также у его отца проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас оперативники устанавливают других лиц, причастных к преступлению.